Да, Владик Штадлер. Сейчас мы приехали на нашу любимую станцию, да, Зрище. О, Штадлер едет как быстро. Он проедет мимо. А ты когда-то быстро едешь, а людей мало. А людей мало, да. Во, мимо проезжает. О! О, пронесся. Будем еще ждать? Пошли перекусим, еще подождем что-нибудь. А Мирон уже с мамой в машине сидят. Я взял хвост, как губка. Да? Штадлер полетел прям. Да, мы Штадлер видели. Он пролетел. Да, тебя чуть не снесло? Пролетел. Мы думаем, куда дальше ехать, если здесь побудем. Да, тю-тю. Давайте перекусим что-нибудь. Да. Электричка. О, электричка. Куда она едет? Она едет на Орше. Остановится? Да. Да. Нет. Что нет? Нет. Не остановилась? Не, вон, дальше остановилась. Ой, да. Да. Потом можно там на горочке где-нибудь встать. Там тоже поснять. Да? Хотите потом на горочке посмотреть? Да. Ну, хорошо. А дальше там на дороге. Так, мы на горочке? Да. Да, ждем? Всем видно, все хорошо? Ну как это тебе не видно? Нам все видно. Сидишь. Высоко сидишь вон. Сейчас будем ждать. Ой. Ну это просто поехал без вагончиков. Да. Может, он за вагончиками поехал, а? Как ты думаешь? Да. Да. И потом обратно поедет, да? Нет, это не Штадлер. А что это? Это какой-то пассажирский. Пассажирский? Да, пассажирский. Электричка. Я вижу. Это на Минск Восточный поехала электричка. Пошли у Мирона спросим, видел он? Ты увидел, Мирон? Да, о, было? Да, туда поехал. Да. Да, ту-ту. Ты была электричка. Да. Да. Оттуда ехала, да? Ну что, поехали куда? Все? Все, поехали в магазин. О, там еще и Штадлер сейчас поедет. Все,
Все, давай, сейчас Штадлер поедет. Смолевичи поехал. Бесшумно. Ну что? Мы с Леоном подлетели, мы с Леоном. Папа, ел. Да, Штадлер там был, да? Холодно, да, было? Мы победили. Все, поехали в магазин, потом еще что-нибудь посмотрим, да, в следующий раз. Все.